что происходит? Мы идем на фейерверке. А почему мы стоим? Игорь, почему мы стоим? Мы потеряли машину. Я был на работе, и я вообще не знаю, где машина. Да, мы припарковались, где можно было. Где можно сейчас парковаться? Половина улиц перекрыта в центре. А где вы так припарковались-то? Сливаешь по следующему переулку. Просто приложение не очень удобно. Сегодня среда, 20 какого-то июля, и мы идем на фестиваль фейерверков. В Ванкувере каждый год уже очень-очень много лет. Единственное исключение было первый год ковида. Проходит фестиваль фейерверков. 3 дня, в течение 8 дней, в заливе между English Bay и Кутилана проходит просто огромнейшее представление под музыку, гуляет 25 минут для себя. Мы уже сходили в прошлую субботу, очень понравилось. Сегодня идем опять. Уже было шоу РДУ, просто летали самолеты, там делали всякие трюки, но оно за 2-3 часа до начала фейерверков проходит, для тех, кто совсем рано места снимает, поэтому вблизи мы его не видели ни разу. Перекрыты улицы везде. И куча людей. Достаточно масштабное мероприятие, конечно, не каждый день в Ванкувере столько людей увидишь. Конечно, главный челлендж в этой ситуации – это найти место, поэтому первое, что мы сделали, это прямо в проходе закинули свой коврик. И потом это перестанет быть проходом, и мы будем наслаждаться отличным видом вот на эту баржу. Это было бы слишком просто, если бы нас не выгнали. Пришел человек и сказал, что «А что, если скорая?» И как бы, и все, и всех попросил. Так все это выглядит за час до начала. Когда нас прогоняли, мы, конечно, ушли, но через 10 минут мы вернулись обратно и сели ровно на те же места. При этом хорошо видно, что за нами уже все забито, и тут даже пешком уже не пройти. Осталось 40 минут. Спустя 35 минут.
Теперь, когда все закончилось, новый квест. Надо выбраться отсюда. Конечно, толпа движется намного более интенсивно, чем перед фейерверком. Опа, я попал кому-то в лог. Пойдет. В целом, сегодня мне не очень понравилось. Прошлая суббота была намного лучше. Сегодня все как-то было над баржей, в разные стороны, интересно, увлекательно, но не было масштаба вот такого. Прошлую субботу прямо со всех сторон что-то взрывается, а сегодня нет. Но надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до встречи в новых видео. Реально, как для победы или для города.